Нерин дергей болохтун кунди көрөчүлөр диктабыллах сахасирин олох доктора уна ылжыттыра. 2003 жыл Ильдархан Айсен Сергеевич Николаев Сахар Республикатер үлесылынан билдер биде. Республика бит жоғын историятынан айымнилақ, тахарылақ үлелерінен промышленнас тыға хастыватын сайдытыгар Россия әлбәқ мұқтақ народын историческай, духовнай байын өйтетеге сүнген кылаты үгіз көліне бір дойдулақтар бұд келдер біттірі. Энникетін дағаны өбігілер бит қалар бұд үтігі кестерін қарыстан, үксетен, бәбіт күйіқпытынан, күстек санабытынан үлі сылығар бір сомағы болын түпсүйләқтік сайды кескілләк, солынан әрелләқтік қардылан, келер көліне бітігер көңіл, иллә Инникиге эреллек ологу кистюхай. Добрый день, дорогие телезрители. Наша передача посвящена открытию года труда в республике Саха-Якутия. Все то, чего наша республика добилась за вековую историю, это результат созидания плодотворного труда всех поколений ее многонационального народа. Наш долг – сберечь и приумножить их наследие. 2023 год в Якутии объявлен годом труда в Республике Саха-Якутия. Труд якутян за последнее столетие превратил отсталую окраину империи в один из передовых регионов Великой России. И только ставя во главу угла жизнеутверждающий труд, мы сможем добиться светлого будущего для своего народа, для нашей республики и всей страны. Для объединения наших сил, нашей воли, энергии, ради общей цели, ради будущего Отечества я объявляю 2023 год в Республике Саха-Якутия годом труда. И в этот год под эгидой труда пройдет целенаправленная комплексная работа, направленная на чествование человека труда, на повышение заработной платы, на популяризацию трудовых династий, повышение престижа рабочих профессий и на многие другие аспекты трудовой деятельности. Мы по праву гордимся своей историей, прошлым и настоящим родной земли. В годы становления СССР трудовая Якутия, несмотря на сложнейшие условия, смогла укрепить и поддержать новое государство на огромной территории с неисчислимыми богатствами. И поистине стала опорой и достоянием всего народа Советского Союза. В трудные военные и послевоенные годы 40-х и 50-х наши деды и бабушки с самоотверженностью, достойной восхищения, внесли свой посильный вклад в общее дело победы, возрождение и процветание страны. Все то, что наша республика добилась за вековую историю, это результат созидания плодотворного труда всех поколений ее многонационального народа. Огромная заслуга в этом принадлежит людям, исполненным великой и внутренней силы и благородного духа. Среди героев социалистического труда – люди самых разных профессий, но всех их объединяет одно важное качество – самоотверженное, бескорыстное и преданное служение Отечеству. 73 якутянина носят звание Героя социалистического труда. В настоящее время званием Героя труда Российской Федерации удостоены Михаил Николаевич Готовцев, Варвара Михайловна Устинова, Владимир Африканович Михайлов. Люди труда – это главное богатство, движущая сила и гордость Якутии. Благодаря их энергии, умелой организации труда, мотивации, большому опыту и активному внедрению новых технологий, промышленность, IT-сфера, сельское хозяйство и многие другие отрасли Республики Саха-Якутия добиваются высоких результатов в суровых условиях Крайнего Севера. Жизнь и труд этих людей служат образцом верности своему делу. Их трудолюбие, высокое мастерство и стремление к совершенствованию профессиональной деятельности является примером для молодого поколения. В нашей передаче принимают участие почетные гости. Это Ольга Валерьевна Балабкина, заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия. Елена Александровна Волкова, министр труда и социального развития Республики Саха-Якутия. Елена Виссарионовна Калашникова, председатель Государственного комитета Республики Саха-Якутия по занятости населения. Николай Николаевич Дегтярев, председатель Федерации профсоюзов Республики Саха-Якутия. И Павел Алексеевич Мариночев, председатель регионального объединения работодателей «Союз товаропроизводителей Республики Саха-Якутия».
Республика Саха-Якутия стала одним из стратегически важных регионов страны, экономическим, научным и образовательным центром Арктики и Дальнего Востока. Здесь успешно реализуются масштабные инвестиционные проекты, социальные программы, возводятся крупные объекты инфраструктуры, внедряются инновации, укрепляются духовные ценности, развивается самобытная культура. Это заслуга всех якутян, которые своим созидательным трудом поднимают экономику, заботятся о родной земле. В нашей передаче принимает участие глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Итактабуллах Сахагерин Джонахергете. Улене Эрутутаммат. Беготуруктах. Бегахайдылах Булохпутен Ханаттан. И кытынча Хюльбехюсылы Саха-Республикатыгар Улехылны Билдербитим. Маны Эйбеккетехен Букабаргатыгар Иссюрахпеттен Махтанабын. Добрый день, уважаемые друзья! Искренне благодарен всем, кто поддержал объявление Года труда в нашей республике. Именно сейчас мы должны ценить труд как никогда высоко. Нас пытаются задавить санкциями, но труд каждого из нас делает нашу страну сильнее, укрепляет ее экономическую мощь. Общими усилиями родная Россия становится непобедимой. В Год труда мы укрепим в обществе отношение к созидательному труду как к благу, которое меняет жизнь к лучшему, дает опору для будущего. Поднимем уважение к труду всеми мерами моральных и практических стимулов. Престиж трудящегося человека, рост профессионализма во всех сферах и отраслях, повышение ценности труда, в том числе волонтерского, такие ориентиры я предлагаю на этот год. Для признания выдающегося вклада якутян в развитие республики будет учреждено 50 премий главы республики по 300 тысяч рублей. По всей республике пройдут чествования трудовых династий, героев труда и лучших тружеников республики. Приоритетное внимание мы уделим поддержке нашей молодежи в выборе профессии в начале трудовой биографии. Труд должен стать главным и реальным социальным лифтом для каждого якутянина. Для передачи накопленного мастерства и опыта будем развивать наставничество, учреждая в том числе специальные премии лучшим наставникам. Труд должен справедливо вознаграждаться и обеспечивать достойный уровень жизни человека и его семьи. Я поручил правительству республики принять решение по повышению заработной платы работников бюджетной сферы с низкими трудовыми доходами. Особенности важно поддержать наших сограждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В этом году не менее 1 миллиарда рублей будет направлено на реализацию социальных контрактов. Эти серьезные ресурсы помогут многим людям преодолеть тяжелую полосу в жизни. Совместно с работодателями, с Федерацией профсоюзов необходимо усилить работу по обеспечению безопасных условий труда, а также по санаторно-курортному оздоровлению работников и ветеранов труда. Тот, кто обладает профессиональными навыками и стремлением трудиться, обязательно сможет найти достойную работу. У нас сегодня имеется более 13 тысяч вакансий по 21 виду экономической деятельности, при этом более половины по рабочим профессиям. Республика из года в год наращивает производство, и потребность в профессиональных кадрах будет только увеличиваться. Уважаемые якутяне, каждый из нас работает на своем месте. Дети и молодежь трудятся, получая образование в школах, техникумах, вузах. Старшее поколение выполняет важнейшую миссию, передает накопленный опыт, показывает пример ответственности за свое дело. Предприниматели из года в год наращивают свой вклад в нашу экономику, платят зарплату десяткам тысяч работников. Якутия – крупнейший промышленный, сельскохозяйственный регион, центр образования, медицины, науки, творчества и спорта. И все это труд наших жителей во всех уголках родной Якутии. Будем гордиться общими успехами и достижениями. Будем честно и от всей души работать, продолжая дело многих поколений тружеников Якутии. Самое главное – уважать труд каждого, объединиться в созидании нашего общего будущего.
күнді бір дөйді лақтырым. Бару күйіс бүтін, хүбебетін қолбан, түрәбіт республика біт, дөйді бұт Россия, иннекі хайдығытын тұғығар бір сомаға болан үләлеған. В год труда мы укрепим в обществе отношение к созидательному труду как к благу, которое меняет жизнь к лучшему, дает опору для будущего. Звание «Город трудовой доблести» присваивается городам, жители которых внесли трудовым героизмом и самоотверженностью неоценимый вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне. В сентябре 2021 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным был подписан указ о присвоении почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» городу Алдану. Подвиг, совершенный алданцами, тружениками тыла в годы Великой Отечественной войны, невозможно переоценить. Государству было сдано 16 тонн золота, слюды и горного хрусталя. Защищать родину на передовую отправились почти 12 тысяч человек. 7 бойцов стали героями Советского Союза. В этом году Алдан отметит вековой юбилей. Традиции самоотверженного труда на благо Отечества сегодня продолжают жить. Год труда – это, конечно, знаменательное событие. Алданцы рады этому, даже что объявлен год труда, потому что алданцы умеют работать, жить, учиться, участвовать во всех культурно-массовых мероприятиях. У нас сегодня заслуги ветеранов старшего поколения, благодаря их труду, самоотверженному труду в годы Великой Отечественной войны, город Алдан получил звание «Город трудовой доблести», работала вся республика, потому что мы были первенцы и в золотодобывающей промышленности, и первенцы по получению этого звания в республике. Конечно, рад за то, что сегодня и город Якутск получил такое звание. Вместе двоим нам будет легче преодолеть все проблемы, которые есть по дальнейшей работе. Ну, уверен, что при помощи всей республики, правительства, главы республики, совместно с администрацией района 2 сентября мы торжественно откроем стелу в городе Алдане, посвященную городу трудовой доблести, укажем наших героев труда. Сегодня радует то, что, несмотря на все санкции, мы умеем работать, друг друга поддерживать. Показатели 2022 года выше, чем показатели 2021 года. Работаем на благо людей, на благо бюджета. Есть трудовые династии, которые знают в каждом коллективе. Да? И начиная с глубокой истории и кончая современным периодом, гордимся тем, что сегодня развивается промышленность всесторонняя и золотодобывающая, и нефть, и газовая промышленность, и транспорт, и строительство ведется. Поэтому люди, которые привыкли работать, они будут работать всегда на благо, прежде всего, своей семьи, государства. Ну, самое главное, чтобы благосостояние народа повышалось. Работать будем, трудиться надо, потому что труд преображает всю жизнь человека. Вслед за городом Алданом в ноябре 2022 года указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина столице нашей республики, городу Якутску, присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Мы передаем слово главе городского округа город Якутск Григорьеву Евгению Николаевичу. В ноябре 2022 года решением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина городу Якутску присвоено звание «Город трудовой доблести». Присвоение столь почетного звания в год столетия празднования создания Якутской АССР, в 390-летие создания города Якутска является особенно радостным для нас, для жителей всей республики. Также в этот год, 2022 год, было 80-летие Алсибо. Как показывают архивы, сотни людей принимали участие в функционировании и работе базы Алсибо, расположенной на территории города Якутска. Я хочу поблагодарить всех ветеранов войны, ветеранов труда, детей войны за их ратный и трудовой подвиг, который привели к победе в 45-м. Желаю всем вам крепкого здоровья. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить общественников
которые внесли инициативу о присвоении городу столь почетного звания. Хочу поблагодарить главу республики Айсена Сергеевича Николаева за продвижение этой инициативы на федеральном уровне. Нам есть на кого равняться благодаря героическому подвигу наших предков, трудовому подвигу, ратному подвигу. Наш город сегодня присвоил такое звание, как город трудовой доблести. Поздравляю всех вас. Биге республика бит билинги ологун бегукулатын урбут, чердех лилех, үрех били чыпчаларын бахлабыт, өйдөрүн саналарын урбут, народ тугар үлелебит камнабыт жомут, колкостах, өнниксит, тутаатчы, учутал, бырас, учуонай, үлерас тахмагар үлебит бир дойдулахтар бит элбехтер. Кинлертен кеңейгега биллер үле герои үрдүк атын 76 кихи ылбыттара. Кинилер олоқор дүксетихилерінен беге кен туттабыт. Бес үле геройдақ усалдан улуғыттан Российская Федерация үлетін героя готовцев Михаил Николаевич төребі дөдіттан бегеға қолбаналар. Ағыз геройдақ тұру үле жондардақ усалдан улуғыттан сақа сәргір үле сала сағаламытынан итейістен әғарда. Білген мен атты бар улу спот бастың үле жондар тұраллар. Олобор Российская Федерация дұробия қарыстыбылын үтілі әқ Иван Бұннысов. Российская Федерация культуратын үтілі әқ Василий Парняков. Для Василий Степанович, бұйыл Ирдархамыт республика үлі әқ үлімелерді. Оны тоғы деген аты. Айсен Сергеевич сететін олық сүйіз бүрген өйбін. Тоғы дедіққа үлі бар бұлын олық бар, үлі кейіні кейін ұрбұта, олығы мені сетемеді. Труд сему голова ден. Урод бережінеп сағана, хлеб сему голова ден болар еді. Оны олыр тұғаққа, үлінер тұтуаққа. Та тоди така узалдан улухун на якне хелиген колкостахтра воне кендер сатабаллак бирестателдре бидде кене хоргу пакка кайне ухан сабуджаннар ойбан гоголеп дыргавай амос дравняяп Степан Парняков миналам вонна афнасия конечника монтана тыттар джаннарун кюстяг улаха коголеннер юлилабиттра воне сарика неттен тюрдюхетте аллаха. Бүзін республикадан бұл сәрия кемігер әмсағалы әбет народға сұртын шылығы түйедеге күсті аулаға үңір бұттыра, ол үңір үңір партия көмі бартын өйен, оны үгіс ұлыстар өйеніндер, бұл сақа хері бәт түргенді кілгас кемігер шылығы түйен байылға долық әргейтін олығын ұңыр бұттыра, ол олық туғар бейі олары бұтты еңігін. Тағынан барығытын барығала әлөхеттерін. Тега хасыпты болдын, промышленнас болдын, вирақтаған культура, онна дұрубе қаласыпты болдын үлігеттірі. Тез табыры самағылығы мұт, Байсен Сергеевіс әтейтін өйе мүт, бұйырған кәміне санция кәмігер үлірі бұйығыға. Онан бары күстәқ үліға үргер күстәқ тұрын оған ген үңірабын. Сақа херін ұлақты Онтон сунтар олонқо дойдута сығы-сыңы мұңынан сыспай селлеғынен, қону-қону мұңынан қорғыр мостағынан атырыр. Седірей сирин байынан жоно сергете арағы мұндырдан, олғы күтті бірге қардыылан, тобуллағас толқуынан сатабыллағы елетінен арағы жаргырар. Уран ұстар, аты ерген, керене аятчылар барта балылар. Кескілләк кәнчәрі үтчаттарынан, өрек әйгетер чолу чуталарынан кен туттар. Ленин орджиннақ Әлгейс Афқоғыттан сағалан бастың өнніксіттар, тұру үлігіттер әлбәқтер. Бұлырын сұнтар ұлығын кересте әқті қайыстыватын кеперетибін өнніксітігар Владимир Африканович Михайловқа Российская Федерация үлі героя ат еңерілді біте. Көрсеуғын сұнтар ұлығын олонқо дойдытын. Үлі сылын сағалыр өр үләқтір әғін күтті ұлақтырғар сұнтартын ити істің әғірді болын. Кірестіғақ производственный кооператив түлі ғаниқсыта үлі герой Владимир Африканович Михайлов бұйыл 5-4 сылын бұ ғырыхан үләттен элитін арарбаққа тоқтыбыла соқ үләді сылдер. Бүгін дағаны сарсы даңы онна кеғәңі ғым бұйығығар кылғас тоқтыбылың кәмігер бігияқа бұтыр әңі күтті әкелі герой аттығар кірестіғақ ұсқолатын бастың өрін әтчілері. Владимир Африканович. Ен мәлді дағаны бәйен еннігер төпті сорғықтары тұруырынан бұл үрдік сетігіге келдіған. Бұйыл
үлі сылғыр, онна сеттон сасқын толар үбілей дақ сылғыр, бәйінгіннігер, онна коллективкар, тоқсыр ұтыр орынан үлі десін жақты. Мүші коллективке әтті болан үлі хедде бұд, онтан бұйыл қасбейден ақтан үштізгенчен үлгі хоружақтан үлі хедде бұд, бәрі түмсіл әқтік, бәрі осынан махачы өрді үлі хедде бұд. Сүйі ғырқан үлетігер, бұл салаға үтчат, әдер жән үлі келелдергер, қанық тоқ ұсловияны тәрегдіққа хатаны дейханығыны. Осынан түйігері аңғылы тұпсағай қотон мағдазасыла қотон аңғылы жеу ғату тұрылынағына үтчат кілін үлі еті. Оны үті өре біл, оны үті құп өті дейін тұққа Itu kecakapan nak buat lagana cat kalian juga lihat. Itu tentang kuteran je, wasnya ada baca bila di tentang kuteran bukan itu cat tuh hari yang tak kuat. Онна үлі сылығар ән бұл республикан ұлықты ақтыруғар, үлі хеттенін еннігер туақ бағасын ағын тіредеқін бағыраны? Осынан республикадынан арасырыр өдінен ғырақан жылкәлі, оқынаманын хем бері оны хана антөхір бәкке еннендекі баран сомолоған бар бейдге түмсіл ақты үлі әтақ бітіне туақ бата қылдыр. Әбәхәт ол Аңа үлі демі отақ туақ батын үлілен шуталық да болдың, десат үлі әттірі да болдың. Туақ батын түмсі үлі әқтік, ассен де әргес болдың. Бар түмсен, бар хомологоғын үлі әтақ бұны туақ бата қылылар. Индің декі баран еқтақ бұттен, етілі әқпін. Республика бұд олық тақтырғыр бұ үйіміт сыл үтеттіміктәк, Ольга Захарваға мақтана бұд, бейгі беребес алғы баран егер, талыр налы қонулақ, талы талбат аттасыры, таланақ тарбақтақ, ұлбағай рығыттардақ, үтімен күстеқ, тахарылақ, үліхет жоғын жоннырдақ, үйеттен үйеға қатыламат бай историятың сетімін бұспат. Үлі геройын Албан ата 1991 сыллаққа мұсыстыр хүрбет өткінігер, Сақан ротынай ұғылытшылақ сұриятшытығар Дмитрий Конович Цивцев сорыны молланға еңерілі біте. Білігін таттылуғын жоғын жоны олықты оқтыра бұғасы бәске қолбын олар көрек қайын. Жәрі таттылар өрөйін жөрөйін сергіяқтысығайын кетіхән ағай турабы чақчыдағаны үлі кейтін ұрыйдуыр үлі сылын айқалыр бұтарайын бары тұлақтырығар. Үйелер тұқалыр үліні өрі топпыт татты жұнуттан итистін әғарды болдың. Қараларын неппарынан қайқаллақты қамсанар бастың жомудың қына тоңыстың бұ эфирге үйері көте қолба ғабуд. Үті күйінден әтіктабылақ Сақасырын олықты оқтыры, әйгіні бұқы барғытын бастатан тұран, бұ саңа үйімеді кетігінші сүйілбөй сылынан таттыл ұғын жоғын әргәтін үлілен итілләтшілерін апшестивенінің атыттан олағанлық өрен көтен тұран иті істің әңірді итабыд. Бұ саңа үйімеді кетігінші сүйілбөй сылы бейгі республикалы Итені бұ бәйбіт ұлыс бұтығарымия кетінші үлбөй сылы үлі ғылынан білдірді біт. Бұ күндерге бейгі тәлілтелерінен, нәхілектерінен, нұрот қағыстыватын бары халаларынан ғажамын түрді ғалбақ өйбә мұнияқтары үйтті біт. Үліға үрдік әбәхәтілістіпелері ғылынды біт. Ол құрдық сол бұтты тұтығар болын, производственна Өрі қалаты олың, бары-бары қалаларға бейгі, бұ үлі қала білдерілі бітінен үліні тұпсарарға, оңырар қайшысыны тұпсарарға дейін үлі әлістіметін ұлынамыд, бұ білдерілі бітілі бейгі үрді әчеттік қағалаты бұд. Жоның күнді доғыттар бұ ғылға бұқа бары үлі тұлатым сен, үліні өрі тұтамыд. Тапталла Бәйбет сүнкен қылапыдың келдері қайын, үлі тұла түмсе қайын, үлі үйірі, үлі жол, үлі үйінер сайдар сол. Бағы баларын. Ұнық мақтал, ойбаңын барыңыз жәк үйде тұлдың келдері. Таты дұрожниктарын аттығыттан бұқа барығы тәрі ағадды. Бейге бұ үйінен ер бұ үйірбе сыллаққа, чечімаққа онына қарбала ақылды суалары тұтан бітері ақты ақпет. Оны тағына нұсты атты деген қамсы ақты ақпет. Үйірбе сыллаққа бұ олдар бітері ақты ақтар. Барытау тұттан тақы километр қолың олды оқтақ. Мақтау, Илья Василевич тұтуға? Бұл кәлдер үнгі ұлыққан күйрілі әқуе күтілдер. Алтабы екі үлі әкей рақтақ, үс олырады де, бейін жетсат, оны поликлиника.
махтал барагатагар эгарде, онна тата улехи джохнуттан улесылынан итистин эгарде, алгыстах айхал! Большое спасибо, Тайтинский район. В этот день мы славим людей труда, тех, кто самоотверженно работает во имя благополучия своего предприятия, своего села или города, родной республики и великой страны. История Нерюнгри тесно связана с промышленным освоением Южной Якутии, строительством Южно-Якутского территориально-производственного комплекса. За более чем 4 десятка лет Нерюнгринский район преодолел большой и славный путь развития. Сегодня в Нерюнгри развита вся необходимая инфраструктура, реализуются масштабные проекты, которые являются гарантом дальнейшего развития района. Мы приветствуем Нерюнгринский район. Сегодня мы находимся в музее освоения Южной Якутии. И о трудовых подвигах первостроителей района нам расскажет старший научный сотрудник музея Татьяна Рахматова. Татьяна Умаровна, я вас приветствую, здравствуйте. Ну, ваш рассказ о тех людях, благодаря которым и основался город Нерюнгри. Здравствуйте всем зрителям, добрый день. Конечно же, династий у нас очень много. Строители. У нас только 7 героев социалистического труда. Это наши знаменитые люди, которые вложили наибольший вклад. Тот же Виктор Иванович Бочаров, строитель Дьячик, строитель Новолоцкий, строитель Михеев. Это те, кто строили и город, и промышленные объекты. И еще среди этих 4 человек есть еще 3 геологов. Среди них была удостоена звания Героя социалистического труда Сайма Софиевна Каримова, а также бывший начальник Южно-Якутской геолого-разведочной экспедиции «Ворона» и геолог Воля Луконина. То есть 7 человек из нашего Нерюнгринского района были удостоены этого высокого звания Героя социалистического труда. Но сейчас, конечно, если посмотреть на наш город Нерюнгри, это, конечно, красавец. С проспектами, с высотными домами, со всей инфраструктурой. Есть у нас свои училища, колледжи, есть высшее учебное заведение. И здесь, конечно, остаются те ребята, те труженики, которые родились здесь, нерюнгринцы, которые потом приехали с родителями. И они не покидают наш город, а остаются здесь жить, работать. И я должна вам сказать, что очень хорошо, что республика обратила внимание на людей труда, потому что именно люди труда всегда являлись и были, так сказать, во главе угла. Хочется добавить, что проведение в нашем районе, в Нерюнгринском районе года труда будет способствовать все-таки повышению престижу человека труда и решению вопросов социально-экономического развития Нерюнгринского района, укреплению в обществе отношения к труду, который меняет все-таки жизнь к лучшему и дает опору на будущее. На этом у меня все. Коллеги, передаю слово вам. Спасибо, Нерюнгринский район. Якутяне всегда умели работать сплоченно, самоотверженно, консолидируясь для достижения общей цели, понимая, что только труд активный, творческий, созидательный наполняет жизнь истинным смыслом, гарантирует счастливое будущее наших детей. В передаче принимает участие заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Ольга Валерьевна Балабкина. Уважаемые телезрители, уважаемые земляки, все, кто работает, кто будет работать и кто находится на заслуженном отдыхе, от имени правительства республики разрешите вас поздравить с объявлением и открытием республики года труда. Созидательный безопасный труд – это основа социально-экономического развития любого общества, а тем более нашей родной республики. Мы должны так прожить и организовать этот год, чтобы к концу года у нас у всех, особенно у подрастающего поколения, у школьников, было понимание и осознание ценности труда. Что такое ценность труда для каждого из нас? Это прежде всего умение его оценивать таким образом, чтобы быть к нему готовым. А готовиться мы начинать к труду должны с младшего дошкольного возраста, в школе, потом уже достаточно в зрелом возрасте. Но каждый раз, однажды, научившись трудиться, ты это не забудешь никогда. Любой труд – это прежде всего формирование личности в целом.
Любимая работа, любимый выбор профессии. Все зависит от того, как человек это воспринимает в своей жизни, как заложила ему для этого его семья. Поэтому основные ценностные позиции, которые предусмотрены сегодня в год труда, они прежде всего направлены на маленького якутянина. На якутянина прежде всего, который должен сегодня понять и в вашем, нашем детском саду, и школе осознать того, что только трудясь можно быть счастливым, для того, чтобы были счастливы все вокруг. А это для нас сегодня главная задача. Со стороны органов государственной власти будут предприняты все меры, которые направлены на, прежде всего, обеспечение безопасных условий труда, на защиту прав работников, которые трудятся на наших организациях, предприятиях, которые служат государству. Будут направлены меры, в том числе и на обеспечение равенства прав, независимо от гендерного или иного социального статуса. Руководители всех предприятий, перед ними будет поставлена задача начать этот год с нулевого травматизма и достичь его, и таким образом держать эту традицию в дальнейшем. В целях развития социально-трудовых отношений между работодателями, профсоюзами и правительством в декабре мы стартовали и начали подготовку к подписанию нового соглашения о социально-экономических, социально-трудовых отношениях. Необходимо обратить внимание, что действующие вызовы, существующие в стране, в мире, в нашей республике, они диктуют новые условия, и мы им всем должны соответствовать. Но самая главная задача года труда для того, чтобы каждый понимал, что счастлив тот, кто идет счастливым на работу, а затем возвращается домой. Одним из основных направлений деятельности Министерства труда и социального развития Республики Саха-Якутия является реализация государственной политики в сфере труда и социальной защиты, включая вопросы оплаты труда, социального партнерства и трудовых отношений, условий охраны труда, уровня жизни и доходов населения. Сегодня министерство является координатором года труда в Республике Саха-Якутия. Об основных мероприятиях плана года труда расскажет министр труда и социального развития Республики Саха-Якутия Елена Александровна Волкова. Дорогие жители Республики Саха-Якутия, дорогие наши ветераны, позвольте от имени Министерства труда и социального развития Республики и, конечно, от себя лично поздравить всех с началом года труда в Республике. Мы сформировали на сегодня план мероприятий по проведению года труда, и он включает в себя большое количество мероприятий, конечно, направленных, во-первых, на чествование человека труда, на повышение престижа труда, на повышение и популяризацию созидательного труда. И именно это мероприятие нашло большой отклик среди тех, кто сегодня составляет этот план. Это сегодня профсоюзы, это работодатели. Большие предложения интересные внесли сегодня представители бизнес-сообщества, предпринимательского сообщества. Это, конечно, наше общественное объединение. План мероприятий, безусловно, как сказала Ольга Валерьевна, будет направлен на, в первую очередь, на наших детей, на нашу молодежь, начиная с мероприятий по трудовому воспитанию, по ранней профориентации. Большой блок мероприятий будет направлен на повышение занятости населения, и, конечно, на вопросы занятости среди нашей молодежи. Будет серьезно усилен блок мероприятий, направленных на создание безопасных условий труда на производстве, на предприятиях и организациях. Сегодня мы большое внимание уделяем минимизации и, скорее, нулевому травматизму на предприятиях и организациях. Должно быть усовершенствована система управления профессиональными рисками в целях минимизации таких профессиональных рисков. И вот эти все направления, они будут, безусловно, решаться совместно с работодателями, с профсоюзным движением в рамках социального партнерства. Когда стороны социального партнерства договариваются о совместных усилиях, совместных действиях по поддержке молодежи на предприятиях, по поддержке наставничества старшего поколения, по совместным действиям, направленным на повышение производительности труда как основа социально-экономического развития. Большой блок вопросов направлен на повышение заработной платы. В соответствии с поручением главы республики
В 2023 году будут приняты беспрецедентные меры, направленные не только на индексацию заработной платы, в частности, по тем категориям работников, которые не вошли в указные решения. Соответственно, это будут мероприятия, направленные на восстановление нарушенных диспропорций в области оплаты труда работников бюджетной сферы. И, конечно, большое внимание будет уделено повышению занятости, самозанятости через расширение практики внедрения социальных контрактов. Это социальные контракты, направленные на создание собственного дела, на поиск работы, на развитие личных подсобных хозяйств. И по поручению главы республики сегодня уже разработаны решения по расширению адресных программ, которые будут направлены на содействие самозанятости семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. И мне бы хотелось отметить, что в плане мероприятий особое значение и особую роль будут иметь мероприятия, направленные на повышение престижа материнского труда. Это и решение по чествованию наших тружениц-матерей, это решение по изменению нормативно-правовых актов в сфере социальной поддержки, и это мероприятие, направленное на повышение престижа материнского труда. На рынке труда республики отмечается положительная динамика, что является показателем эффективности принимаемых мер в сфере занятости населения. У нас в гостях председатель Государственного комитета Республики Саха-Якутия по занятости населения Елена Виссарионовна Калашникова. Уважаемые жители республики, сегодня знаменательный день. Мы даем старт мероприятиям «Года труда», объявленного главой Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевичем Николаевым. Основной задачей Государственной службы занятости населения является создание условий для реализации одного из главных конституционных прав гражданина Российской Федерации – права на труд и защиту от безработицы. В этой связи в план «Года труда» вошел целый блок мероприятий, направленных на развитие рынка труда, минимизацию дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы, обеспечение приоритетных отраслей экономики квалифицированными специалистами. Совместно с работодателями в текущем году мы продолжим реализацию приоритетного проекта Республики Саха-Якутия «Местные кадры в промышленность», хорошо известного даже в самых отдаленных уголках нашей Якутии. В 2022 году в рамках проекта нашли достойную работу свыше 12 тысяч якутян. Из них большая половина – это наша молодежь, драйвер развития Якутии, наша сила и опора. В этой связи в год труда в особое внимание в межведомственном взаимодействии будет организована работа с подрастающим поколением. Это профессиональная ориентация, это информирование о востребованных и перспективных профессиях, о возможности построения профессиональной траектории. Бережное отношение к ценностям труда и трудовое воспитание детей мы планируем организовать через вовлечение школьников в мероприятия летней занятости в свободное от учебы время. При этом уверены, что в это движение включится и муниципальное образование республики. Для этого проведем общереспубликанский конкурс среди улусов районов. Для нашей молодежи в приоритете должен стать достойный труд, ответственность, обязанность и нацеленность на долгосрочную перспективу профессионального развития. А возможностей для профессиональной реализации много. Динамичное развитие реального сектора экономики и социальной сферы требуют специалистов высокой квалификации с развитыми метакомпетенциями. Органы службы занятости готовы предоставить услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию. Получить новые знания, либо обновить имеющиеся, значит повысить свою конкурентоспособность. Особое внимание мы будем уделять жителям села и арктической зоны республики, обеспечивая доступность и разнообразие образовательных программ, знания которых гарантирует трудоустройство по выбранным гражданина специальности. Кроме этого, мы планируем развивать институт наставничества на производстве, что повысит закрепляемость молодых специалистов на рабочем месте. В год педагога и наставника в Российской Федерации наставники в предприятиях и в организациях должны стать связующим звеном между системой профессионального образования и реальным производством, должны делиться практическими навыками работы и оказывать помощь молодым специалистам на первых шагах трудового пути.
Объявление 2023 года годом труда – это дополнительный импульс для активных действий. Наши уважаемые работодатели, общественные объединения, трудовые коллективы, главы муниципальных образований. Объединив наши усилия, мы сможем этот год сделать эффективным, полезным и незабываемым для жителей всей республики. А служба занятости работает и будут работать еще усерднее, чтобы работа была у всех. Один из главных лозунгов Федерации независимых профсоюзов России – достойный труд – основа благосостояния человека и развития страны. Об основных направлениях работы Федерации профсоюзов Республики Саха-Якутия расскажет председатель Николай Николаевич Дегтярев. Күнді Сақыбыт сірен лоқтоқтыру, үтіктабылдар ветераннар, әйгетіне Сақыбыт сірегер үлесіла сағаламыдынан Сақа сірен Иделі Ақсойуын Федерациятын атыттан, Туз бейм апыттан әғарделебен көңілі. Дорогие жители Республики Саха-Якутия, уважаемые наши ветераны, разрешите от имени Федерации профсоюза Республики Саха-Якутия и от себя лично сердечно поздравить с годом труда в Республике Саха-Якутия. Профсоюзы Якутии с большим воодушевлением встретили объявление года 2023 года годом труда. Мы готовы активно участвовать во всех мероприятиях, тем более наши предложения вошли в план мероприятий года труда. Год труда мы хотим обратить особое внимание значимости, престижа человека труда. Все, что наработано, мы должны еще больше укреплять и обогащать. Дорогие жители республики, год труда мы хотим также обратить особое внимание оздоровлению человека труда. Мы хотим возобновить все то, что было в советское время. Здоровье – это главное. Это показала прошедшая пандемия коронавирусной инфекции. Поэтому еще хочу сказать, что мы должны возобновить систему оздоровления трудящихся и всего населения. Также в год труда мы хотим, чтобы особое внимание было уделено достойной заработной плате. Не зря президентом страны поставлена серьезная задача не снижения реальной заработной платы. Это очень важно. Я думаю, что в год труда вместе с нашими социальными партнерами, правительством, работодателями, мы добьемся постоянной ежегодной индексации при росте цен, обратить особое внимание и быстро реагировать на резкие скачки цен. Дорогие друзья, уважаемые жители республики, еще раз всех поздравляю с годом труда. Күнді Сақыбыт сірен лоқтоқтыру, үйімбет үлес ұлығар, әйеқа барғытығар тағарыла үләне, сетихейіне жолу соргуну бағырабын. В 2006 году создано региональное объединение работодателей «Союз товаропроизводителей Республики Саха-Якутия». Главная задача объединения работодателей заключается в налаживании эффективного взаимодействия работодателей с органами власти и обществом в целях развития бизнеса, подъема экономики республики и улучшения жизни населения. В нашей передаче принимает участие председатель регионального объединения работодателей «Союз товаропроизводителей Республики Саха-Якутия» Павел Алексеевич Мариночев. Здравствуйте, дорогие земляки, уважаемые коллеги. От имени регионального объединения работодателей «Союз товаропроизводителей Республики Саха-Якутия» разрешите поздравить вас с открытием года труда. В наше объединение в настоящий момент входят 18 организаций и предприятий, где трудится более 50 тысяч человек, или это примерно 10% от экономически активного населения нашей республики. Как сторона социального партнерства, мы стараемся обеспечить исполнение норм коллективных договоров на предприятиях, которые входят в наше объединение. Стараемся сделать так, чтобы труд был безопасным, достойно оплачиваемым, интересным и развивающим. В 2023 году, который был объявлен главой нашей республики Айсеном Сергеевичем Николаевым годом труда, мы продолжим активно участвовать в тех процессах, в которые вовлечены всегда. Это обеспечение
работой, это обеспечение занятости. И отдельными направлениями, которые мы будем уделять особое внимание в текущем году, я хотел бы выделить три. Первое – это, конечно, координация работы крупных предприятий в работе в условиях санкционного давления. Как известно, сейчас достаточно проблемно стало осуществлять поставки техники, оборудования, материалов, то есть орудий труда. И здесь необходимы определенные настройки в системе нормативных актов, по которым работают и органы государственной власти, и сами предприятия. Второе – это другая сторона – импортозамещение. Как оказалось, импортозамещение – это даже не вопрос текущего выживания, это вопрос стратегической безопасности нашей страны. И, конечно, как организация, представляющая крупных заказчиков, крупных потребителей, мы должны быть активно вовлечены в развитие местного производства, развитие новых высоких технологий, обеспечивающих производительность труда на наших производствах. И третье – это, безусловно, местные производители. Прежде всего, малый и средний бизнес. Мы уже отмечали сегодня, что благодаря общей работе, общим усилиям поменялось отношение к местным кадрам у крупных промышленных предприятий. Сегодня местный работник востребован, он дефицитен на рынке труда. То же самое нам предстоит сделать и с местными товаропроизводителями. Еще раз повторюсь, прежде всего речь идет о малых и средних бизнесах. Наши предприятия – это крупные заказчики с значительными бюджетами. Путем усиления взаимодействия между заказчиками и потребителями мы должны сделать так, чтобы малый и средний бизнес Республики Саха-Якутия был вовлечен в хозяйственные обороты крупных предприятий. И это, безусловно, даст свой вклад и весомый вклад в экономический рост Республики Саха-Якутия, так как эта задача поставлена нашим главой. Дорогие друзья, каждый на своем месте должен сделать свою работу, и результат не заставит себя ждать. Терпение и труд – все перетрут. Күнәннігер үлеті суық тоқта айыллы бат, оғынғылы бат. Тоқ бар киеқа тынақы сығынақ түрете үле. Республика бит улыстарын үлігі жына сақабыт саргытын тұғығар, күні түйіне ақсы бакка, ұрықаттан толды бакка, үләне күйскөрі тұтан, күргімне құлевігігер көжістіяқтік үләлі қамсы ая тұта сылжалар. Бүйінгі бері бітігер үлі жоғын жонын тұғынан кепсеқ бет. Ол күрдік тоғыстым тұрдық, чұрапчылуғын тұру үләхіте, бағынай қайсыбатын салаятшыда Илья Дечковскай тұғынан көрегін. Чұрапчылуға ұрыт-ұрыққыттан тұру үләхі жонынан білдер. Маны тұй қайсыбата республикаға бір самай күйіскі сайды бұтылуға болар. Ол күрдік әті үйті оңырын тағарыға, құрығын мостағы сыспасиеліға етеге чұрапчылар республикаға бастың месте асылжалар. Улуска барата сүрбе тоғысты қайсыбатынан жарагары тәлітті, маны тағанан үсі сүрбе үс урбанет бағаны қайсыбынан күн бүгінгі дәрі тағарылақтық үләлі қамны сылжар. Олардан бір дәстерінен бір бастың бағаны қайсыбылақ мұңудай нәлігін ұлықтауға Илья Дешковскай болар. Кені бастан 2-тігінші 6 сылдаққа сүрбетші төбеттен сағалан баран, күн бүгін сүйшеке ұнақ сүйгіне едер. 14 сылдаққа қыраңы қыттан 4 миллион ұлан ағымын мерселі қан қытан тұттығып бұд. Онына Әбі ұнақ сүйі әтігілі әнігінден қағай сұлтын сұйы кеметен бар бұқпыт. Қамтон сүйірбе ұлаққа семенің ғыраңы 2 сөгілін қыттан еме 15 миллионнан ғыраңылам мұт. Бұл 11 миллионы бұл сүйі сүйірбе нақ тұрар қотының таңы тұтып бұқпыт. Сүйірбе ұлаққа бұйыл үші сұлбұтын қыстан тұра бұт. Оннатты бұйылғы қыстыққа субанның сүйі сұлғанта таққа төбені қыстатан байын тұра бұт. Төйеді құран сыл болбұтын дейін фермер санатын түйірбәке, өріске кейлін ұттауын сұрағын атығылыған, шұрапшы тұй қайсыватын продукциятын оғырын тары кооперативка аспыт сылға уапсыя 2-3 тонны үйдіу сұғат опқа тұттар бұд. Оның судар сұваттан оны тұй қайсыватын мейстер сұватынан сәтті қайу бүлі лауыттен санатын үлестер. Бүйге бағалық бұдемия Хылға кейлбек болақ бұтыны бұл бұйылғы қыстыққа кейден барамыд үләлемі түліға. Оқ бұтын тастар бұт үләбі дейер перевозғабы қачыта кенел өтші келен тұрар. Менен ғынан бұйылғы қыстыққа ехе қоқ кейден бұт үрі бұт ұлақан. Оның
Улусу бахалгар Степан Анатольевичка улахан мақталлах бұд. Сайлықтан программата кәлені сылларға соғы болан маңны күскілілі сылзыр қайсыға сайдарығар, өлгі мүйтілігір қығылқаны көрсер. Оның бұл программа сөргітілдері болар дейін өлі жоны бағасыналарын әдәлілер. Сайлық бұл соғы білігін бейі бақа. Сайлықтан әқпітін бағара бұд. Орып министерстве сайлықтағын дейін программа барды, білігін араға соғы болан тұрар бұлақ. Ол сайлықтағын программа табары болар. Сайлыққа мия кейсемі сайлық тұттан мұды. Сайыңы үттәқ кемге өсті үтпітігімін үрдеті етіпеттен бағаған алақты. Бұл күрдік қағайыстыба күйісті әулеттен жағай баққа, тұй қағайыстығын сәйдетігер сүнген қылат келдері тұрара керақсы білді. Яны Сидалишева, Аман Винокуров, Сахат Левинета, Чурапчы. В акционерной компании «Железные дороги Якутии» работают свыше 1300 человек – машинистов, проводников, диспетчеров, путейцев и других сотрудников. Они обеспечивают стабильную работу стальной магистрали, надежность грузовых и безопасность пассажирских перевозок. Благодаря ежедневному труду у каждого из них сегодня железные дороги прочно занимают важное место в системе жизнеобеспечения Якутии. Приветствуем Мегино-Кангаласский район. Ирина Юрьевна начала свою трудовую деятельность с должности приема сдатчика станции «Улькан» Байкало-Амурской магистрали. Окончила Иркутский железнодорожный институт, заочно уже работая дежурной по станции «Ангоя» Восточно-Сибирской железной дороги. Последние 12 лет трудится на железных дорогах Якутии. Я приехала именно вот с таким прямо направлением, что там будет очень холодно это. Но я очень быстро привыкла. Во-первых, очень хороший коллектив попался. Во-вторых, условия жизни здесь достаточно хорошие. И люди, основное достояние Якутии – это люди. И поэтому я проработала первый год, я поняла, что ничего страшного нет. Компания прекрасная, люди прекрасные, жить можно везде и жить можно с удовольствием. На хрупкие женские плечи Ирины Юрьевны возлагается огромная ответственность за организацию грузовых перевозок. По стальной магистрали из других регионов на станцию Нижний Бестях прибывает груз разных видов. В основном это топливо, продукты, строительные материалы. Полностью на мне лежит грузовая и коммерческая работа. То есть это погрузка, выгрузка вагонов, оформление, отправление, все финансовые вопросы компании, как бы по оплате, расчеты с клиентами. Это все включает в себя грузовая работа. В общем, в основном вот это моя работа. Ну, плюс к этому, конечно, еще прикладываются дополнительные обязанности, которые никто с нас не снимает. Это в первую очередь ответственность за безопасность движения поездов. Второе направление – это охрана труда тоже очень важно. Коллеги Ирины Юрьевны отмечают высокий профессионализм и ответственное отношение к работе. Очень квалифицированный специалист. Многие вопросы, которые я не могу решить в своей работе, я обращаюсь к ней. Как человек, можно подойти за советом каким-то жизненным. Ирина Юрьевна всегда поможет. Без стеснения могу сказать, что это главный наш садовод станции, потому что территория, прилегающая к посту централизации, к посту дежурного по станции, всегда вопросом цветоводчества, так скажем, и земледелия у нас всегда занимается этим Ирина Юрьевна. Труд на железнодорожной магистрали является своеобразным стержнем, вокруг которого развивается семейная династия. Так сын и дочь Ирины Юрьевны тоже работают на железных дорогах. Связав свою судьбу с железной дорогой, Ирина Юрьевна трудолюбиво и ответственно исполняет свой профессиональный долг. Гульнара Амосова, Мегино-Кангаласский, Улус. Қанның бағарар кейеқай бастықы осқуыла маңнайгу жұтал, кеніне инеке үйрағар олығыр жылғатығар ұраты солталақ. Туқары үрдігі ұрағы күтті жөрелігер. Қазы сколайы бастыңтан бастың ұчталар балылар. Ол күрдік ақсынне үрбәхіс күнігер, республикатағы лице-интернат физикаға ұчталығар Виктор Филиппович Потаповқа сақа сириттен бастықыннан Россия народной ұчутала бачоттақ аты еңерілді біде. Онтон билигин үйе білі ұчытала, Россия үйрегіретін үтвілі құлігеті Сантаева Надежда Ивановна тұхынан сюжеті көрігін. Надежда Ивановна 1962 сыллаққа үйе білі үнігелегер күн сирін көрбіті. Исидер Барахападынан осқолаға үйрегімітті 1960 сыллаққа Магадан Курат педагогическа институтын сетігілі ақтық түміктен, түрәбі дөді түгірттенінен алын класс ұчыталынан үйлетін сағылабыды.
билигин бэйт нүнэтин таханан бир идэлэ хэдэрэ чуталларга охуячы бэйтнэн сүбэ ама болан көмөлөхөр. Вэрэхтэн бу үлэдэн. Көннөрі үлетәғыр сұғырған, тұғадеті қайын болғын тұлақ болуқтақын, өйден істектақын, оны үсі оң тұғағын өл өйдәбіккін оңыруқтақын ден. Оның болыны беге оғыларғы күрәддәқтәріттен үлі өйрәқтен бұқайығада байы керейді ден қолыбырымен күруға айтабын. Исидар Барахапатынан бастық нөмірдегі скола коллектива Надежда Ивановнаны кен тұттар қолыбырын ұстыру чутала опсастыба тұтақ кейді. Методиката наха үшіге интересіндей, біліңі фугос үрді білінен са, мәсөпті бәрді ғаны бүн, читательский грамотнас, әңінден, математический грамотнас, әңіндендерге кенілер әрдеттен өте көріндер, әтіндік пособияларың ұрбыттарды ғаны бүн. Өрәхәйгетегі Надежда Ивановна тюрдон сыл үлеләді. Ол тұғары үгіз ұлыс, оны республиката амнақ күрақтарыгар, научная практическая конференцияларға күттен тұрарда. Маны тағанан үлі кейте, отырча кенеге тақсырыгар сүйді қылатын ұрбыда. Әлбәқтігі таққана дайыл болаларды, ол енкеніне жәбі бұтығынан, текстынан жәбі тұғынан дегпіне задачаларынан оғыны интерегір кетер күрдіқ. Сырылағы өлердің түмігінен әлбәқ бұчуоттақ ат еңірілі біде. Надежда Ивановна Сантаева арасыйы бедірәсиетін бұчуоттақ өліхетті Сақа Республикатын Нұрғыт өйрегіретін тұйгуна, дөйді берзидиянын ғранын қағайқыта Сақа Республикатын мәтедейі бұчуоттақ білені тұппыда. Уратты методикалақ бастын көрдірілердің өрінәтшілергер бірден сыла сығыннақ, білігі ұғыяр әрелләғ сержет ұбастабыллақ үтіе ұчуытал, енді көттігер өреғай көтігер қылатын өссі дағаны келдері тұруа. Валерия Золотарев, Александр Адамов, Саха телевидениеде, Юхай Бүлі. Сверкающие льды и цветущие мхи, северное сияние и долгая полярная ночь, огромные запасы полезных ископаемых и тысячи километров нетронутой тайги и тундры, где обитают редкие животные. Все это Арктика. Суровый, но завораживающий мир, в котором сильные и добрые люди живут в согласии с природой. Смотрим сюжет из арктического Оленёкского района. А я тырганит. А я врел геркел. Бу оран ел ай эте ечемнел. Эрметнел югар бехенне. Бу сунаве урандерев. Тургурда тургун, эрегайдаг үләсылын. Агар дели тоёгун, корсун үлә кейтен. Дорогие друзья, от имени династии оленеводов, тружеников Оленёвской тундры поздравляем с открытием года труда в республике Саха-Якутия. Урум! Джерем! Урум! Джерем! Урум! Джерем! 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 Дойдубут арас муннугар судургута суох социальные экономические условияларга тохтоло суох тутулете барар. Бу манан биги кен туттабыт, ытыктабылбытын, махталбытын тердебит. Күсте қоны қорсын саналақ жон тутаачы идетін талар. Тутаачы Куранық сиян турбут сири, олоқтур, тыныр. Дойдулар атанна хыларын кемегер тутаачы тирек болла. Қанна тутаачы бардағыны онны олоқ күстеу оргуяр. Горный улухуттан эдер туту үлехіте Александр Максимович Жирковтығынан көреуін. Қаз бигі тутулды бұт әбейек. Үлехет оны дәтегер бәрінілі үлетін түмігі. Бәс көлі нәзір чата Александр Зүкку. Екі тәнті 15 ылаққа тұтуы десен талар. Бұ сала өйрағар кейбіті. Сүйрағат алан ұлбыт идесегер өйренәр. Екі тәнті 19 ылаққа маңнан ұта бәддігістаққа. Әйе парқа тұтуы тұғыр. Бастықы опытын. Үлі бұғытын қатыйтын аспыта. Әдер ол үлеттен толды баққа. Дойды тұғыр бір ұлғана бейек, әлбақ қайысқалақ спорт комплекса. Ақылаты түхеғыттен. Күлігі тұтырылырдылы үлләспіте болар. Білігін 316 ғыл. Қарбақ тұрқта елеттен көхі өқтәқ, толыру қатылыла қатты таз де. Тұтығар үлеләхәр. Дәрәу тұлыс бар үлігі дәрттен тұқпа. Астық деққа. Күн бүгін абиегар, фасадчықтар, адгенілшініктар, сантехниктар біргәділерін күтті үлеләхәр. Тоғанта тақсы үлігі күннәғі сығыларын тұруырат, тұтуы қамытын салайыр. Үлет әтіме, қайтысты бата, Александр Жүркө сөптәң жаханын ұтыттан, халалылар. Хасқа үлет ол, шөй, хастар дәрдігілер, кеға қойып бара, кеға қойып,
тумит проблема барбулана, бейте сюрен катен зоннан, бо мандага тухтары мехеддири бахарстан вовремя урон берер. Көрөлбүк курдук эдер кийека. Александр Жуков үлелиир, аят тутар юра олус киен. Үле үйрү, үле жол, үле үбдү көрөгөй диен сыллаа соруптак. Горна эчата, дойдуларын индики кескили. Турулахыктары диен эрэндэхпит. Мехимановка Михута, Айда Наговицына, Вердигестяк, Горной. Для Якутии с ее огромными территориями особенно трудно переоценить важность транспортной доступности, которая затрагивает жизни сотни тысяч якутян. Именно работники предприятий дорожного хозяйства своим высоким профессионализмом, добросовестным отношением к делу, ответственностью решают вопросы транспортного обеспечения городов и поселков, сел и наслегов республики. Мы представляем Ленский район. Работа на станции техобслуживания «Вольво» кипит с самого утра, а наполна машин всегда. Здесь техническое обслуживание проходит все автомобили «Вольво», работающие в ООО «Алмаз-Дутранс». Автомобиль, который сегодня ремонтирует Николай Оборин, пригнали на техобслуживание. Теперь проводится плановый ремонт. Николай Николаевич работает в паре с Валерием Ларионовым. Мужчинам нужно за три дня устранить все поломки на автомобиле. Вот сейчас мы работаем по импакт-часам. Вот перевели нас на это. И вот там становится норма времени. Вот на каждую работу дается определенное время. С Валерием Николай Николаевич работает в паре уже 6 лет. Сработались напарники быстро, помогают друг другу, подсказывают, да и дело в слаженной компании ладится быстрее. В авторемонтных мастерских герой нашего сюжета работает с 2010 года. До этого несколько лет трудился в автобазе водителем. Так, я водитель по профессии. Но мне там сказали, пока нету свободной машины, говорят, поработаешь пока слесарем. Ну вот, работаю почти 24 года уже пока слесарем. Николай Николаевич умеет устранить любую поломку. Он высококлассный специалист, разбирающийся абсолютно во всем, что касается автомобиля «Вольво». Ему подвластна любая поломка, будь то даже неисправность коробки передач или редуктора. Хороший агрегатчик. Когда пришел к нам, стал хорошим специалистом из того «Вольво». Качественно и быстро выполняет свою работу. Знает много узлов и агрегатов. Тем более человек в возрасте уже 63 года. И работает, как бы утрет нос любому молодому специалисту. Руководство предприятия и коллектив очень ценят опытного сотрудника. Для многих Николай Николаевич не только коллега, но и наставник. Он всегда поможет советом, подскажет и даже научит. Ну, он замечательный человек, очень контактный. Я всегда вижу возле него наших ребят. Если вот приходит молодежь, они всегда возле него крутятся. То есть он хороший человек. Герой нашего сюжета уже несколько лет в пенсионном возрасте, но на заслуженный отдых уходить не собирается. Во-первых, без любимой работы скучно жить, признается мужчина. А во-вторых, финансовый вопрос – это одна из причин продолжать трудиться. Сегодня мужчина помогает своим внукам. Старший учится в колледже в городе Рыбинск, младшие девочки ходят в школу. В планах у Николая Николаевича выучить внука и пока будет позволять здоровье, продолжать трудиться на благо СТО «Вольво» и на развитие предприятия «Алмаз-Дотранс». Светлана Балеева, Александр Ильчук, Виталий Андреев, Ленск. Высокий профессионализм, ответственное отношение к делу работников жилищно-коммунального хозяйства – гарантия социальной стабильности общества. Именно благодаря работе специалистов жилищно-коммунального комплекса бесперебойно работают системы жизнеобеспечения промышленных предприятий, объектов социальной сферы, детских садов, школ, больниц. А в каждый дом и квартиру жителей приходит свет и тепло. К нам подключается Хангаласский улус. В систему ЖКХ герой сюжета пришел с должности заместителя главы первого мальжигарского наслега в 2002 году. Нынче исполняется 21 год, как Семен Соломонов является главным тепловиком наслега. Его подчинение 25 работников. Это кочегары, газооператоры, водители, которые обслуживают 5 котельных, 4 на газу и 1 на угле. В нашем участке вот 4 газовых котельных. Вот в селе Бубняхта они введены в строй в 2004 году, а вот Таянра в 2018 году введена квартальная котельная Катанах-Кырдал. Работа у Семена Соломонова крайне ответственная. Он следит за безопасной эксплуатацией оборудования в котельных и за бесперебойной выработкой теплоэнергии. Мастер участка всегда на связи 24 на 7, в случае чего тут же выезжает на объект. Мы с ним, связь всегда держим по любому телефону, по станционарному, по сотовой.
и днем, и ночью. Если что, если всегда звоним, мы всегда на связи. Всегда на чеку и всегда вот проверять свои рабочие места, котельные. Сейчас, в период январских морозов, котельные работают на пределе своих технических возможностей. Возрастает опасность возникновения аварийных ситуаций. В такие дни мастер участка должен быть максимально сконцентрирован и бдителен. Правильно вы сказали, что надо быть бдительным. Ну, я человек ответственный. Бесперебойная подача есть, но мы готовы. У нас резервный источник питания во всех котельных имеется, так что все налажено. Год труда в Якутии Семен Соломонов встречает воодушевленно. У него даже есть предложение по реализации мероприятий в рамках объявленного года. Я бы предложил бы очень обратить внимание на труд учителей трудового обучения. Раньше они, учитель труда был в наше время, это давно, а сейчас и ввели новые технологии по обучению детей. Именно детей. Чему, например, вы хотели бы, чтобы обучали детей? Обучали сельскому труду, столяра, слесаря, работников, сварщика, да, водители раньше, трактористы были. Также Семен Соломонов, как сельский житель, предлагает обратить внимание на работников сельского хозяйства, а именно достойно оплачивать труд простых доярок, животноводов, механизаторов и так далее. Предложение более чем актуальное, учитывая, что в его родном Наслеге 2023 год объявлен годом сельского хозяйства. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. В Якутии активно развивается инновационная экосистема. Ее опыт изучают в других субъектах страны. Уже сегодня 85% экспорта IT-услуг в Дальневосточном федеральном округе приходится на Якутию. Республика входит в топ-10 рейтинга цифровой трансформации России. Создан штаб цифровой трансформации, где включены 20 отраслей экономики, 24 органа власти, 88 проектов, 160 цифровых показателей по направлениям мобильные приложения, медицинские сервисы, робототехника и программное обеспечение для роботов, образовательные платформы. Введен кластер «Квартал труда». По итогам 2022 года мы стали самым креативным регионом страны, а город Якутск является центром IT-отрасли и аккумулирования IT-проектов. Делать работу тысяч людей проще, опережать время, облегчать сложные процессы, в общем, формировать новую реальность. Для Артема Петухова, человека, создавшего 12 лет назад IT-компанию Smart Unit, все это стало частью профессии. Хотя правильнее будет назвать это любимым делом, ведь только ему человек готов посвящать все свое время. IT, это не только программирование, на самом деле это огромный пласт любых практически профессий. То есть это и копирайтеры, и дизайнеры, менеджеры, маркетологи, рекламщики, художники. То есть сейчас IT на самом деле практически вообще в любой сфере работает. То есть даже если вы медик, вы можете работать в IT. Сами айтишники такой востребованности только рады. С 2012 года компания осуществила порядка 30 крупных проектов, а число небольших давно перевалило за 400. География работы тоже впечатляющая – от Владивостока до исландского Рейкьявика. Вместе с Артемом в компании трудятся 24 человека, и он считает, что место в IT-индустрии есть буквально для каждого. Специалисты Smart Unit занимаются разработкой программного обеспечения, решая целый спектр вопросов, важных для всего региона. Например, северный завоз, карта очагов заболеваемости ковидом или система противодействия лесным пожарам, благодаря которой скорость реагирования пожарных увеличилась втрое, а время создания карточки пожара сократилось с 2 часов до нескольких секунд. Секрет такой продуктивности прост – постоянное самообразование специалистов. Это тоже одна из таких, сложностей работы в IT, что остановился на месте. Месяц, собственно, все уже провалился, оказался в прошлом. Поэтому постоянно надо учиться, развиваться, какие-то новые вещи изучать. Сегодня создавать реальность успеха и продуктивности может каждый, будь то IT-специалист или представитель любой другой профессии. Главное, чтобы работа стала по-настоящему любимым делом. Анна Пшенникова, Георгий Григорьев, Якутск. Уважаемые жители республики, я поздравляю вас. Год труда, объявленный главой республики Саха-Якутия Айсен Сергеевичем Николаевым, открыт. Это наш год. Наш год каждого трудящегося в республике. Каждого, кто эту республику хочет сделать счастливой. Үле жол,
үлелеқкеге жолло. Үле сылыгар сақабыт сире расыябыт чечери сайдарын тұхугар. Бары бир санаанынан салайтаран түмсен, сомоғылоғын күрәннәқ үлене өрі тұтуғын. Великая Россия создавалась трудом множества поколений. Пусть и впредь, благодаря созидательному труду и заботе о родной земле каждого из нас, наша страна и республика становятся еще прекраснее, успешнее и сильнее. В год труда мы убеждены, что сплоченность и трудолюбие, целеустремленность, преемственность традиции и креативность станут для нас движущей силой. Мы вместе притворим в жизнь самые смелые мечты во благо процветания родной земли. Мы благодарим за участие наших гостей, мы благодарим за внимание наших телезрителей. До новых встреч!